На 15% увеличилось число торговых киосков в Башкортостане за последние 3 года, до 7500. Об этом сообщил министр торговли и услуг Алексей Гусев. Показатель в 3 раза превышает федеральный норматив, который предполагает 6 объектов малоформатной торговли на 10 тысяч населения. При этом перед региональным Минторгом стоит задача довести показатель до 24 НТО. Некоторые города и районы уже его достигли. Среди них Архангельский, Белорецкий, Бирский районы, города Агидель, Межгорье и Нефтекамск. В текущем году мы вышли с инициативой отнесения к НТО модульных электрозаправочных топливных станций. Данный формат АЗС включает в себя бензиновые и дизельные колонки, а также зарядные станции для электротранспорта. Соответствующий проект постановления подготовлен и проходит необходимую процедуру согласования. По данным Минторга, с начала этого года в республике провели более 12 500 ярмарок. На них и реализовали преимущественно продукцию местных товаропроизводителей, а также излишки личных подворий. По числу предоставляемых торговых мест на ярмарках Башкортостан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе.